В Институте международных отношений состоялась межрегиональная научно-практическая конференция, организованная при поддержке Российского исторического общества. Мероприятие приурочено к 80-летию строительства Волжского оборонительного рубежа. Это событие стало одним из ключевых годов Великой Отечественной войны. Благодаря нашему сотрудничеству мы провели очень большую работу, и сегодня вот этой научно-практической конференции и большим красочным мероприятием филармонии мы завершаем наш совместный патриотический марафон, который проходил в марте, в апреле, в мае на территории Чувашии и Республики Татарстан. Оборонительный рубеж длиной более 300 километров строился около 3 месяцев. Трудовой подвиг тружеников тыла внес весомый вклад в дело победы. Строительство Волжского рубежа объединило советский народ перед лицом немецкого захватчика. Сегодня это не только научный форум, это еще и дискуссии, это и общение коллег. И самое главное, это проходят те дни, когда вся страна на едином подъеме отмечает великий праздник нашей победы. Победы над нацизмом, победы над фашизмом, уроки которого, к сожалению, мы проходим и сейчас. Поэтому тема сегодняшнего форума не только актуальна, она очень важна и принципиальна. И связано это еще и с тем, что Казань, как вы знаете, является городом трудовой доблести. Конференция стала площадкой для профессиональных историков и краеведов, научных работников, преподавателей образовательных структур всех уровней и аспирантов. В ходе мероприятия участники обсудили трудовой героизм советского народа и затронули неизвестные страницы истории. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюз.